назад, да, и руки вот здесь. И опять с этого же положения, как бы движение идет по руке, или я блокирую, тут мне очень сложно блокировать руку, только вот сверху. И, соответственно, могу резать каким-то способом человека вот таким макаром. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть в боевой как бы ситуации. Но прежде чем мне что-то делать, господа, было бы неплохо мне руку поднять. Так форма так и выглядит. Вот поднятие, как бы, да, и следующее движение у него вот такого типа. Это второе движение. Мы до него, как бы, до этого движения как бы дойдем. А сейчас как бы подъем и удар, да? Но мне, прежде чем мне что-то сделать, мне руку надо поднять каким-то способом. И поэтому удар идет, да, и вот смотри, Рафаэль, он в одной из вид форм, там на видео будет показано, он прилипает сюда, вместо того, чтобы делать сюда, он как бы прилипает вот сюда. Ну, как бы вынимает руку сюда, и вот удар, если пойдет, то он пойдет вот сюда, да. И, соответственно, я могу резать отсюда, и могу резать отсюда. Ножом, да?